Диалог на равных. Встреча под таким названием прошла в Тверском кванториуме. На ней известный волонтер Юлия Саранова пообщалась с единомышленниками, а также с теми, кто только собирается стать добровольцами. Как выяснила наша съемочная группа, их помощь совсем скоро понадобится на одном крупном форуме. Эти ребята в массе своей учащиеся СУЗов представляют 15 муниципалитетов Тверской области. Кто-то из них уже является волонтером со стажем, кто-то только собирается стать добровольцем. Им в этом поможет мероприятие «Диалог на равных». На равных молодежь общается с представителями регионального правительства, а также общественниками, которые уже добились успеха. И для них очень хороший вообще вектор посмотреть на других людей, не только на педагогов и преподавателей конкретно у себя в районах, но и на тех, кто занимается интересным для себя делом, принося при этом пользу обществу и улучшая мир. Среди таких людей и известный тверской общественник Юлия Саранова. Ведь «Диалог на равных» – это самая настоящая школа добровольчества. А кто, как не она, знает, какими качествами должен обладать волонтер и чему его еще надо учить? Умение работать в команде, коммуникация, адаптивность, креативность, да, вот для принятия нестандартных решений. И добровольческая деятельность, как, наверное, никакая другая, учит этому очень быстро и на самом деле дает уникальный опыт, который позволяет ребятам уже в будущем быть более конкурентными на рынке труда. Проверить себя в деле эти ребята смогут совсем скоро. Нынешним летом Тверская область снова станет местом молодежного образовательного форума «Селигер». А для организации и успешного проведения такого масштабного мероприятия потребуется немало профессионально подготовленных добровольцев.